По-новому зашел. Надо вот эти борозды избавиться от этого вот растений. Венок полевой. То есть березка. Надо повырубать, иначе не сможем прокатенить. Грузим прицеп, мотоблок, и свезем куда-нибудь. И потом сделаем контрольный замер. Выкопаем борозду и сравним с начальной урожайностью, как вначале мы копали. Посмотрим разницу, какая есть. Видите, ботва посохла. Здесь практически сорной растительности, кроме хрена и венка, ничего почти нету. Ну, кое-где так. Там оно вообще поле. Один только хрен. Ну все. Продолжаем. Ну вот, вырвали мы траву ненужную всю с трех рядков. Получилось вот так. Почти полный прицеп. Ну что, еду, выгружу. И, наверное, еще пройдем немного. Дождик накрапывает. Так что, возможно, с копкой ничего не получится в этом сегодня. Ну вот, еще прошли. Раз, два, три. Ну, почти четыре. Где-то не дошли. Как-то так вот прицеп полный. Еще больше, чем в прошлый раз. Ветер большой. Короче, поехали выгружать. Будем дальше смотреть, что делать. Так, дождя вроде не было. Маленький так пырснул. Ну, ветер. Солнце. Все-таки решили попробовать копать борозду. Но земля сырая. Короче, видите, гребни высокие. Как бы и нормально справляются. Мотоблок с этой задачей. Вот и не мелко стоит. Никаких грузов. Но если грузы подвесить, конечно, будет веселее это сделать. Ну что, поехали. Как видите, все прекрасно. Картофель наверху. Все. Выкапываем, взвешиваем. Так, ну, решили не перебирая, так, насыпали в ящики. И будем взвешивать. Потом переберем. Так вот, даром сбрасываю тут 440 грамм. Положил картошину, потому что ящики бывают по 450 грамм, где-то так. Все сбросил. Сейчас будем взвешивать. 10 килограмм 980 грамм
10 900. 10 900 считаем. Плюс 9 килограмм. Здесь 10 800. 11 900. Ну и 9 200. Итого. Сколько? 51 800. 51 килограмм 800 грамм. 0,42 получается. Это 125. Ну, первый раз, и кто помнит, копали, меньше 100 центнеров было. Тут уже провышает. Первый раз, по-моему, что-то у нас и 40 килограмм не было. Сейчас 51 800. Но не густо, хуже вектора того, что мы вчера копали. Ну все, всем спасибо за внимание, хорошего здоровья и до новых встреч.